Всем привет, это проект «Окей, Гурьевск». Мы продолжаем снимать путеводитель по городам. И, друзья, лучше повода не найти, чтобы приехать в Светлогорск, потому что сегодня здесь, 10 июня, празднуется открытие курортного сезона «Янтарное лето 2017», посвященное 70-летию Светлогорска. День города! Ах, поехали! Кто исполняет песню? Это Жанна. Это та самая известная Жанна, да? Да. Специально из Москвы привезли сюда, Светлогорск. Светлогорск. Поддержим участницу? Давай поддержим. Отлично. Браво, браво! Вы сами со Светлогорска? Нет. Из Пионерска. Откуда? Пионерский. Из Пионерска. Да. Тоже из курортного города, да? Да. Пионерский — самые модные люди живут. Да. Как стиль ваш называется? Стиль у меня вот обычный, стандартный. Обычный, стандартный. А у тебя какой стиль? Кутой. Кутой? Да. А написано? А у вас какой стиль? Южный. Какой? Южный. Вы из Светлогорска? Нет. Нет, откуда вы приехали, такой прям расслабленный? Из Донского. Как вам праздник, в принципе? В принципе, праздник неплох, тут заняться нечем. Это здесь, в Светлогорске. Вот вы мэр Светлогорска, вот на минуту, представляем, что поменяете. Зачем они так поворачиваются? Можно сделать, ну, типа этого, как его, как он? Давай, Ёма, давай, как давай. Я ходил в этот? Как он? Чем отличается день Донского от дня Светлогорска? Вот принципиально. Чем он отличается? Не будем говорить. Покажете? Да, покажем. Посмотрел, окей, Гурьевск, я видел. Все, какой больше всего выпуск вам понравился? Я видел 2. Какой больше? Ну, пока так. В последнее время смотришь на людей, все это как-то серо, да? Однообразно выглядят? Да. Примерно вот. Ну да. Вот, да, вот почему? Почему? Как? Интересно. Как стиль называется? Бомж-стайл. Как? Бомж-стайл. Бомж-стайл? Вы мутите? Ну, чуть-чуть. Ты так, ну, посмотрел на волосы такой, пока еще не решил. Да, да. Ты, видимо, из Светлогорска? Нет. Мы из Казани. Из Казани? Да. Смотрите, только что мы останавливали девушку, она была из Светлогорска, у нее были синие волосы. Почему такой цвет волос? Просто вот реально интересно. Ну, для меня это красота, мне нравится. Ты проспорила просто, да? Нет, честно. Ты мне... по-любому проспорила. Не-не-не-не-не. Ну, не. Не. Вы сами вообще из Светлогорска? Да. Вы, ну, работаете в каких-то вышестоящих этих или просто бизнесмены? С какой целью вы интересуетесь? Мы из ФСБ. Как, налоги платите? Да, я поехал. Это громкая кабель, напоминает тот апрель. Вы только что пришли и заняли нормальную часть, такую площадку. Зачем? Да, за тем, чтобы дарить музыку. Давай по чесноку, вот все-таки бабки же нужны, да? Вот за деньги же, нет? Но с одной стороны, как бы можно тогда сказать, что православной церкви тоже бабки только нужны. Часто тебе говорят, что ты похож на Иисуса? Да, часто, не поверите. Я на Хэллоуине прошлом выиграл первое место. Пользуешься этим? Я первое место, говорю, выиграл за лучший костюм. Я оделся Иисусом и победил за самый оригинальный костюм, короче, первое место. Мне кажется, будет намного больше дохода у вас, если ты будешь в костюме Иисуса играть Ляписа Трубецкого. Я думал об этом, но могут некоторые товарищи не так понять, драться начать, на крест меня потащат. Вы из Светлогорска? Нет, не из Светлогорска? Калининград. Мы театр Бель. Стучала в дверь открытую, а я молчала, как убитая. Обманули на улицах, все та же жара. Мы команда. Нарезку сделают, не отвечаете им. Нет, это жесткая нарезка. Окей, Гурьевск. Окей, Светлогорск. Конкуренция? Смотри, у тебя даже оператор есть. Вау. Где-то Афанасий, как черный плащ, как росомаха, только с отверткой в руках. Стекает кожу. Нет смысла задавать вопросы. Давай ты возьмешь у нее интервью, давай. Можешь у нее взять? Все. Я, наверное, мне кажется, я не могу. Я не хочу с вами разговаривать, девушка. Какая-то сумасшедшая. Друзья, есть ощущение, что в Светлогорске очень мало сейчас на праздники местных. Давайте прямо сейчас мы откроем новую рубрику «Найти местного». Здрасте, вы из Светлогорска? Нет. Все, так, понятно. Здрасте, вы из Светлогорска? Нет. Вы из Светлогорска, ребят?
Нет. Нет, не из Светлогорска. Из Светлогорска? Нет. Здрасте, вы из Светлогорска? Мы из Москвы. Воу, из Москвы, но это не Светлогорск. Нет. Девчонки, привет, вы из Светлогорска? Нет. Да. Серьезно, из Светлогорска? Да не из Светлогорска, мы Калачев. Здрасте, вы из Светлогорска? Нет. Ребят, вы из Светлогорска? Нет. Все, езжай. Ты нам не интересен. Здрасте, вы из Светлогорска? Да. Все, спасибо. Здрасте, вы из Светлогорска? Нет. Вы из Светлогорска? Нет. Здрасте, вы из Светлогорска? Не. Здрасте, вы из Калининграда? Угу. Да, Калининград. То есть не из Светлогорска? Нет. Все. Здрасте, вы из Светлогорска? Синдарного. День города Светлогорска, получается, празднуется 10 июня сегодня. А когда празднуется День Светлогорска? Выйдут, пожалуй, самые яркие вокалисты Калининграда. Золотые. Но День пионерского когда? День города? Вторая суббота июля. Вот, а это День города пионерского. Да. А когда День пионерского конкретно празднуется? А, именно День пионерского? Не знаю. Тоже не знаешь? В августе? Да. Как вам праздник? Отлично вообще. Что можете сказать про этот город? Где сказать, только вот приехал минут 10 назад. Только еще. Ты тоже приехал 10 минут назад? Нет, часа 2 уже здесь. Ну, по тебе видно, что ты часа 2 уже здесь. Я вот сам с Урала приехал. Здесь люди такие добрые все, восприимчивые ко всему, блин. Не то, что у нас. Ты же поможешь нам раскрутиться? Конечно. Что надо делать для того, чтобы раскрутить свой канал? У тебя есть бабки? Давай, будешь спонсором передачи? Все, берите карту. Да. На ней можно нормально раскрутиться, да? Да. Все, спасибо. Теперь мы будем в Full HD качестве на Первом канале. Все. Привет, слушай, мой. Оу. Ты из Светлогорска? Нет. Нет, откуда? Со Светлого. В Светлом настолько все плохо? В смысле? А сколько стоит вот это вот сделать? Ну, от 250, по-моему. Ты потратил 250 рублей? Друзья, вкладывайте деньги правильно, да? Ты из Светлогорска? Нет, я со Светлого. А что, у тебя дома прям вообще все постирано, да, было? Прям не нашел, да, наверное, вещей. Как у вас настроение, ребят? Отлично! Класс! Отлично! Супер! Прям вообще классный! Классный! Всем привет! Мы крутые! Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед, и только же вместе! Все, на электричку, к сожалению, ребят, все. До свидания. Все, не опаздывайте. Все, давай, на электричку, давай. Все, на электричку. Давай, электричку. Электричка, все, давай, на электричку. Все, на электричку. Как коллектив называется, что вы вообще делаете? Потому что, ну, вот это нестандартная тема какая-то. Это Степ, группа «Три коня» из Калининграда мы. Вот это! Мы людей веселим, смешим и так далее. Последний вопрос. Сколько вам лет? 40. Извините, можно с вами немножко пообщаться? Давай, связь. А, мы... О, я узнал, кстати, КВН, Первый канал. Я думаю, стоит напомнить зрителю, кто такой Богдан. 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 Так, Богдан. 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 Я вас тоже узнал, вы ведете «Окей, Гусев». Светлогорск, День города. Что можешь рассказать про этот город, курорт? Ой, я могу много рассказать. Собственно, я сейчас про него петрушку и раскидаю. Микрофон можешь отдать? Давай, все, связь, слышь. Вы, судя по внешности, очень умные девушки. Можете продолжить пословицу одну? Без труда не выловишь и рыбку из пруда? Да. Терпение, труд, все, перетрут. А что продолжать? Все, ладно, девушки, спасибо, погнали. Богдан, извини. Подожди, пожалуйста. Че, расскажи, как на скейте вообще катается, нормально? Ветерок, да, чисто вот так. А ты чисто вот так на двух делаешь, да? Отталкиваешься, и потом ногу раз так ставишь и едешь. И как, он сам едет? Да, я же не отталкиваюсь. Слышь, а за счет чего-то? Потому что там колеса, да, или как? А ты вот так чисто с домом выходишь и все, поехал, чисто кайфуешь, да? Ладно, аккуратней, смотри. Давай, все, связь. Как вам работается вообще? Отлично. А какую скорость он развивает вообще в общем? А, километров 10-15. Можно по 50 дать, и, в принципе, тоже можно ехать, да, на нем? Конечно. Вы так и делаете, наверное? Все, девушки, один вопросик, пожалуйста. 10 июня, то есть сегодня, отмечается День города Светлогорска, правильно? Да. А когда отмечается
день Светлогорска? 10 июня. Нет, нет, 16? Нет, ну, сентября. Почти, ну, ну. Когда... Ну, подождите, когда отмечается день Светлогорска? 16 сентября? Октября? Октября. Молодой человек, один вопросик. Как вы по 10-бальной шкале оцениваете город Светлогорск имени... Пацаны, а как насчет того, чтобы устроить стрит-рейс небольшой? Кто быстрее? Нужна девушка какая-нибудь. А, давай, давай, давай. Эдар, не моя. Поехали, поехали, поехали. Ну давай, 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 давай. Жми, 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 жми. Да жми ты, дай. Стрит-рейсинг, Светлогорск, прогрессинг, Светлогорск, my life, стрит-рейсинг, Светлогорск.